Так, меня зовут Владимир, вас зовут? Дмитрий. Это очень приятно. Все просто, мы с вами едем, будем поиски, отвечаете на вопросы. Если к концу поиска вы ответите на все вопросы правильно, то поиска для вас будет бесплатно. Значит, вы читаете вопрос, 4 варианта ответа. Также не забывайте, что у вас есть несколько подсказок. Это брать 2 неправильных ответа, звонок другу, помощь от Арсеньевского классного комбината. Сегодня куча подарков от него, между прочим. Ну и помощь от компании Телемикс, от коллектива компании Телемикс. Все понятно? Да. Читаем вопрос, 4 варианта ответа. Внимательно, пожалуйста. Хорошо. Что означает формула H2O? Вода. А варианты какие? Воздух, вода, алкоголь и спирт. Естественно, так. H2O по химии это вода. Ну, давайте. А тут вдруг спирт. Нет, да. Идем дальше. Следующий вопрос. Каким словом заимствованный из английского языка называют крайний срок сдачи работы? After party, low cost, deadline и upgrade. Прежде чем ткнуть, подумайте. Порассуждайте. Мы никуда не спешим. Ну, это понятно. Ну, как спешим, конечно, в пункт Б. Каким словом заимствованный из английского языка называют крайний срок сдачи работы? Так. Ну, что вам из того, что предложено, нравится больше? Ну, апгрейд это исключаем, потому что это машинное изделие, ну, то бишь, это... Обновление. Обновление машины. Угу. Так, дедлайн. Это... С линией было связано лоу-кост. Либо автопати, либо лоу-кост. У вас есть сомнения? Я предлагаю воспользоваться одной из 4 подсказок. Какой? 2 неправильных. Убираем 2 неправильных. То есть, ну смотрите, 2 неправильных лучше убирать в том случае, если вы уверены хотя бы в каком-то вариации. Потому что если сейчас мы уберем 2 неправильных ответа, то получится следующее. Уберутся те... Ну, after party, тут я тоже не уверен, потому что это, скорее всего, где большая часть сборных машин идет. 4 подсказки, Дим. 4 подсказки. Какой воспользуемся? Ваше решение? Звонок другу. Звонок другу. О, прекрасно. Кому будем звонить? Доставайте ваш телефон. Сейчас посмотрим. Да, обычно на звонок другу мы сделаем остановочку, чтобы вам было удобно. Есть у меня тут знакомый один хороший. Работает с машинами. Громкую связь. Максимальную громкость на телефоне. У вас iPhone, да? Да. Ну что, подрастете купить Android. Влад, здорово. Здорово. Это, слышишь, подскажи, вот у меня вот такой вот вопрос возник. Мне нужна помощь твоя. Да. Каким словом, заимствованным из английского языка, называют крайний срок сдачи работы? Ответы: after party, low cost, deadline и upgrade. Приблизительно. Так, подожди, еще раз, как называют что? Каким словом, заимствованным из английского языка, называют крайний срок сдачи работы? Так, крайний срок сдачи... Смотри, есть ответы after party, low cost, deadline и upgrade. Upgrade и after party мы исключаем, так как это с машинами у нас связано. Deadline, я думаю, deadline. Deadline, да? Угу. Все, да. Спасибо большое вам за помощь. Так, а это кто? Это знакомый. Да, знакомый. Хорошо. Итак, ваш знакомый предложил выбрать дедлайн. Дедлайн. Ну, вы вправе принять или свой вывод сделать? Давайте попробуем рискнуть. Да, кто не рискует, тот не пьет пиво. Шампанское. Дедлайн. Это был правильный ответ. Это... То есть, что надо сказать? Спасибо. Спасибо. Спасибо Владу, он же я вам помог. Я ему сказал, да. Ну, да вы сейчас только... Огромное знаете. Спасибо перед... Нет, я ему сказал огромное спасибо. Да, номер так. Карты привязан к телефону. Следующий вопрос. Как называется жидкое ароматизирующее средство на основе душистых веществ, парфюмированных композиций и настоев? Духи, дихлофос, шампунь и эмбре. Ну, парфюмирующие средства, это идут либо одеколон, либо духи, либо туалетная вода. Ну, исход точно? Один, ответ А. Точно, вот вы прям. Ну, я даже перечитаю. Давайте, давайте. Ароматизирующее средство на основе душистых веществ, парфюмерных композиций и настоев. А тут что-то немножечко я сомневаюсь. У нас есть 3 подсказки.
назов. Ну, это неправильных ответов. Это немного неправильно. Использовать подсказку уже на третьем вопросе. Вы на втором использовали подсказку, и вас это не смущало. Это третий вопрос. На третьем. Жидкое ароматизирующее средство. Жидкое. Все, вот он подвох. Это ответ С, шампунь. Ну что, вы по крайней мере попытались. Скажем, в любом случае, спасибо Владу. Ну, мы с вами продолжаем поиску. А я буду искать другого пассажира, который заберет сегодня у меня упаковку кваса с Арсеньевского постного комбината.